you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. А перед началом ролика хотел бы сказать группу проекта Atom Roleplay. Это серия, которая еще в разработке. Но все равно подписывайтесь, следите за новостями, потому что проект будет классный. И хочу вам сказать на будущее то, что я здесь буду снимать. Когда проект откроется, я здесь буду снимать. Ссылочка будет на группу в описании, так что обязательно подписывайтесь. Я сам подписался, буду следить за новостями. И когда он откроется, я уже здесь буду играть. Приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Machine Holyplay, первый сервер. Мы не Кирилл Путбулови, и сегодня у нас будет кап. Короче, я вступил орехи. У тебя только, чувак, ломки. Короче, я вообще был в ТРК Амазинг на пятерке. Я, короче, там работал. И до пятерки, короче, там перевелся. Я сначала был в ТРК Ритм, дошел до пятерки, перевелся в ТРК Амазинг. И, короче, ходил на ВЧ вот буквально минут 15 назад и встретил их. Там вояки, короче, были. И мы стрелялись. И они предложили мне пойти в кап-состав. Почему пойти в кап-состав? Просто посмотрите. Кто не в курсе, я себе купил все скиллы. Ну и стреляю более-менее так нормально. Сейчас, блядь, по-любому на видосе буду дурачить. И, короче, вот... сейчас будет кап за территорию. Я вообще не купаю, какой смысл от этих территорий у них. Ладно, там мафия, у них там типа бизнесы. А здесь я не понимаю, какой смысл, в принципе. Я пятерка здесь, по-моему. Да, я здесь пятерка, вот. Не знаю, я здесь надолго или нет. Я не буду вам там что-то обещать. Типа, идите сюда. Кто желает, можете приходить. Не надо именно идти из-за того, что типа я здесь, понимаете? Вот в чем прикол. Захотите, придете. Захотите, не придете. Мне как бы без разницы. Мне здесь нравится, в принципе, я пошел. Да, конечно, в ТРК там зарплату мне 15 тысяч платили за Payday. Но здесь просто как бы, ну... Мне интереснее будет, потому что я люблю постреляться, за патронами сбегать. Я был девяткой в ОПГ Орехах, и мне это очень нравилось, потому что я водил пацанов на ВЧ, пацаны делал наборы, и мне действительно это нравилось. Ну, конечно, это было на основе, на твинке этого не было. Точнее, не на твинке, а на новом этом аккаунте, вот, запомните этот ник. Такого не было, в принципе, да. Поэтому как-то так. Джой Адамс, привет тебе. Михаил Пак, привет тебе. Сейчас кому-то еще там передам. Михаил Пак и Михаил Блэк, привет тебе тоже. Передаю привет Мише Бурову, это Ивану Стрельцову передаю привет. Все, передал. Передал, ждем, короче, капта. Так, уже скоро начнется капт. В 10:00 ровно начинается капт. Конечно, территория небольшая, вроде бы как. Видите, сейчас в основном все под ОПГ Солнце. Раньше под Юшка было, теперь под Солнце. Мне, в принципе, без разницы, как бы, ну. Мне, наоборот, будет по приколу отвоевывать эти территории вместе с пацанами. Думаю, это будет интересно. Так. Что не делать, я не понимаю. О, во, 15 минут. Захват территории пошел. Так, давайте. Так, я хотел скриншот сделать, ёпта. Так. Так хотя бы такой скриншотик сделать. Будет заебись. Так. Ждем. Ждем, 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 пока не приедут. Миша, топи. Лол. Там что, там кто-то зашел еще, типа? А, не, нас тут... А, Миши тут не хватает. Да. Финн, конечно, маленький, но ничего страшного. Думаю, мы четвером, в принципе, должны справиться.
Наркотики вроде можно юзать, как я слышал, поэтому я забиндю. Точнее, не забиндю, а просто пропишу. На всякий случай, друг с два. Чтобы тащить на каптах. Так, это кто там едет? Так. Они на машине стреляют. Вы что, ебанутые, что ли? Ебать дауны, сука. Да уж. Они тупо с тачки стреляют. Так. Я снимаю. Блять, эти дебилы просто, ну, нельзя так стрелять с машины вообще-то. Это не по правилам капта, так нельзя делать. Надо вообще сначала как бы поговорить по РП, а потом уже стреляться. А эти дауны, блять, тупорылые просто. Ну сейчас мы с ними, в принципе, разберемся, думаю. Надо им эту машину ебучую сломать, чтобы они на месте стояли. И потом их хуярить. Да уж, конечно. Так. Теперь пешком бежать, блядь, до этого банка ебаного. Ну видели, они нас троих замочили, потому что, блядь, ну они стреляют с машины. У них вообще нету перезарядки, во-первых. Ну, во-вторых, мы их никак не убьем с машины. Это очень трудно. Поэтому как-то так. Сейчас будем за ними бегать. Так, Друкс, два. Так, конечно, я, блядь, может, еще Тарачина буду. Сейчас посмотрим. Так, это у него ПГшник был? Не, они же не могут работать точно. Сука. Блять, его убить не могу, на. Е, один есть, готовый. Так, а где еще один? Где, блять, еще один? Где все вообще? Так, орехи один. Где они лазят? Ну что, прячутся или что? Мне кажется, они просто ныкаются. Так. Так, надо его слить. Это не меня, ёпта. Сука ёбаная. Иди сюда, на. Блять, никто усляет. Есть. Ща мы их выебим, как курочек, нахуй. Ща все будет. Выебим. Ща все будет, пацаны, ебать. Вообще, они охерели, блядь. Я, правда, своего немного попал, но это все хуйня. Так. Какие-то подкупные, видите, стоят, блин, что нас сливали, походу. Так, наркотики будем юзать, ничего страшного, думаю, в этом нету. Это все по правилам, если что. Нет, натянули, ебать. Понятно, натянули, ёпта. Так. Они сейчас снова на машине приедут. Стрелять с нее будут. Они на туре сейчас на тачке приедут и обратно будут с нее стрелять. В принципе, такая у них тактика, как я понимаю. А мне нужно полное хп вообще. Для полной мере. Так, давайте машину подгоним. Чтобы стрелять в них.
залезть на балкон, ну. Хуй там, да? Я бы залез на самом деле на балкончик. Так. Нам нужно залезть как-то сюда. И будет все четко. Отсюда они нас не достанут. Я так понимаю. Так. Они могут с любого места приехать просто. И нас убить. Мне надо еще наркоты юзнуть. Потому что они сейчас будут у всех полные хп. А, они ж больки по-любому, да. Они ж больки сейчас. Поэтому, думаю, все будет четко. У них могут быть, не может, ну, оружие не могут. Бегайте, не стойте. Да это понятно. Ну да, у них может быть патроны, может не быть. Они, думаю, так само бегут, в принципе, как и мы с Больки. Так, у меня там осталось хоть что-то, мне интересно. Так, 45 металла, есть патроны. Если меня убьют, то я еще раз смогу сюда прибежать. Даже два раза. Стоп, я просто по 200 делаю, потому что эти патроны уходят как просто не знаю что. Серьезно, в принципе, вы думаю, это знаете. Опачки, опачки, дядечки. Так. Так, Олеховский пидор. Чё, сука? Ты дела нахуй. Блять, а кто меня убил? Сука, они, блять, крысы это, да, блять, с машин стреляют, как дауны какие-то, блять. Лечи. Голова болит. Давай, братанчик, быстрее. 4-4, блять, надо тащить. Еще нихуя не вижу из этой наркоты, блин. Просто жесть. Реально. Так, я вылечился, вот бегу уже обратно. Блин, они с тачки стреляют, это вообще, ну, неправильно как бы. Понятное дело, что если с тачки стреляют, то они затащат. В принципе, это, блин, понятно. Так, где ихни там подсосы? Так, я никого не вижу. Аккуратненько, давайте, да. Рем, нахуй, что тут рем забыл? Блять, ёбаный в рот. Они там в... падике возле гелика, их там 4 человека. Бля, я нихуя не вижу обратно. Блять, где врач? Блин, я с палаты хуй выйду. Так, их 4 и 1 был, блин. Короче, этот кап мы проиграли, потому что, ну, они с тачки и стреляли, как бы, ну, не валик было выиграть, короче. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан, подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылочки есть в описании, заходите на Сейрайте и ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.